Вот так. Вот закончили сегодня все. Отмостку делать, прикрыли ее. О, Никита с Володей сходили на другой дом. Шаткая лестница на голубятню. Она там у меня хорошо выглядела, а тут какая-то прям совсем никудышная. Почему? Тут Павел сделал лестницу тоненькую. И она, видимо, за это время сопрела. И я отговорил не лазить по ней. Они сходили за этой лестницей. И сейчас будут штурмовать, чтобы отвязать провода и самую лестницу. Володенька, осторожней, держись за эту лестницу. Никита, упрись посередке-то, на себя держи. Володя, не торопись. Ой-ой-ой, Володя, везде Володя. Отвязывай теперь эту лестницу. А провода пока не трогать, пока электрики придут. Все. Че, ты отвязал уже? Да вот оно. Вот как быстро у тебя все получилось. Ну еще теперь, убирать все надо, и лестницу ту, и другую. Эту опять назад нести, видите, чтобы только залезть, и только отвязать. Из-за того, что вторая, эта бывшая лестница, составная, шаткая и долго была в неупотреблении. А там торчат, это для голубей, я голубей тут держал. Там голуби у меня были, и тут они будут. Весной я пришлю сюда голубей. Если, конечно, живой буду, утешение найди. Так, держите. Так, несите сразу. Видите, с какой скоростью все делается. Давайте. Это, ребята, можно в кинофильме снимать их, как они штурмуют какой-нибудь город Троя или еще какой там. Такие фильмы ставят. В каждый дом Евангелие. Конечно, Евангелие. Сегодня батюшка служил молебен на начало учебного года, 1 сентября 2016 года. 2016 года. 2016. Кто записал, концерт был. Вот там видно Пащенко, дом Володи. Вот они отнесли теперь туда лестницу. Потому что эта лестница стоит, Володя было бросился на нее. Но я говорю, стоп. Ты видишь, какая она? Она нарочно. Сделана она, ну, чуть больше дюймовки. Это самая настоящая, видать, дюймовка. И не на ребро, а боком. Вообще невиданная вещь. Не видал таких лестниц. Это еще, ой-ой-ой, составная. Но я сказал, нет, Володенька. А Никиту деревенские все-таки наняли пасти в определенные дни. Будет пасти. Пасти договорились за 500 рублей в день и 1,5 литра молока. Но так как Володя здесь работает, там я договорился. Было оба одинаковые, деньги пополам. Согласились оба, значит, по 250 один зарабатывает на двоих. У меня-то ничего нету. Я бы им подал по 250... чтобы работали на дому. Но сейчас никак. Вот. Теперь по-другому уже все выглядит. Начали городить на палисадник. А то у Никиты тут заросшее было, абсолютно не подойти. Вот, видите, какой жерть такая. Это осина. Чтобы видно было, какая она, я кладу ладонь по ширине она. Как кость, отец у нас говорил, когда гвоздь не забьешь, как кость. Вот отработкой выкопаем ямы. Ямы не выкопаешь, пока не перерубишь корни. Тут корни и корни везде. Вот оно как, отработкой. Ну и взял сечку, из дома принес. Вооружение полное. Вот я толкусь, вот здесь схожу, показать хотела, какие выдерги. Большие гвозди выдергивать и из рельсов снимать подкладки. Но это выдерга сантиметров 80 длина большая. Щипцы, ножовка китайская разовая. Не потащить нельзя ничего. Неприятно даже. Все разовое. Один раз и выбрось.
конечно, они без работы не будут. Какое они себе делают, не знаю. Китайское, велосипеды, все рассыпается. Отвратительное. Просто как будто бы они никогда не умели ничего делать. Да неужели бы какие-то швейцарцы так часы делали? Вот эта сечка называется. Топор. Топор он вертикально к обуху приварено у него. Эти как приварено держать. И с двух сторон еще укрепление приваренное крепко. И там где-то внизу на глубине полметра под землей перерубаешь корни. И ну, перерубил и выкинул их. Вот так. Сегодня сказали, ребята, там шершни живут. Ну, не видать, сейчас не увидишь. Я говорю, а как узнали? А два упали, говорит, друг друга грызут. То есть чужой пришел, я не видал такого. Вот, может быть, видно даже. Это у Никиты там на третьем этаже. Это вот первый, третий этаж, вот это вот второй. Дальше не видно из-за карниза. Ну, а это первый. Большая, огромная работа Павлом проделана. Все время дивлюсь, один человек сколько делал. А это вот старые дома, когда тут ломали, это я ложил. Ложил на глине. Ясное дело, что надо штукатурить с цементом, и все вымывает. Глина, простая глина. Даже мякины никакой нету. Что, даже песка нету. Убираем ее, да? А? Убираем. Ну да, лестницу убираете. Никита, вот это вот сбрызнуть, и надо поштукатурить с цементом. Здесь одна глина. Ну та же как глина. Одна глина, это никак не годится. Ничего больше нету. Там он вроде там маленькая мехина. Вот эту лестницу можете теперь убирать. И на палисадник сейчас продлим, копать ямы будем. Вот палисад тут святые, Никита, может, Саша. Ну, куда-то деть ее, утащить. Где-то, может быть, ее можно поставить. Ребятишки маленькие, это тоже боязно лезть на черемуху. Ну, куда-то поверните так вдоль, прибейте вместо оградки ее. Найдите куда. Вот здесь можно, прибейте ее и все, вот так, во, опустите к низу. Не до земли только, не до земли. Вот так и прибейте ее среднее. Это будет хорошо. Все по согласию. Скажешь, сразу сделают ребята. Все, подходят кто-то, спрашивают, советы дают. Затруднения трубы нет. Вот железная, надо, чтобы она была толстая, алюминиевая. Из цинковой сами делают, то это плохо. Вот рядом Владимир Устинов. Сам трубу себе сделал. Внутри-то из олова сделал толстая, потом прокладка, теплоизолятор, и потом оцинкованная вверху, с каким он сделал зонтиком. Он любит все красиво делать. Это Люба под евроремонт подогнала, лежит, ходит, и в храм на стуле кто-то ее везет. Любит храм, она старшая сестра, как у нас Татьяна Капустина. Здесь вот, о, я покажу между деревьями, видна моя голубятня. Голубятня, это у батюшки овчарня, овца, а у меня голуби. Ну и овца, Господь говорит, а есть магнец и в виде голубини. Ну а здесь скворечник называется, это я тут сплю, целыми днями здесь. Вчера был начальник уголовного розыска, его пригласил я с женой вместе на день престольного праздника 16 сентября. Но обещал, но приедет или нет, не знаю. Приедет, тут можно поговорить будет. Все время в труде.